Поехал запись. Три машины же ставят. Да. Три. Как раз вот еще два пустых места надо этого Захара допилить и этот 43 или 4418. Какой-то. Вообще, по идее, еще одна машина должна быть. У нас? Нет, в смысле, вообще на карте. Шесть машин. Здесь пять. Все, ладно. Одну утиль отправили. Готов. Нажимай. Ну, звездочка нормально вообще. Да. Можно Боинг еще поставить где-нибудь. И чё? Всё, погнали, погнали. А. Я загрузился. Я пока нет. Вон. Когда он загрузился? А, ты загрузился. Ну да. Нифига ты тут наставил кразы. Так, кто на чем поедет? А где лесоповал? Ты у меня спрашиваешь, я без понятия. А, все на месте. Давайте я на КамАЗе ломану. Я на кразе попру. Так. Так. А где эти? Я не понял. Что-то подвисает, кто-то из меня выезжает, тут Колян что ли. Так, а какие шаланды ставили? Ну, ты чё хочешь, все рабочие. Ага. Да. Там просто есть с колесами и без колес, и какие хочешь. Так. Сцепка, это где? Пум-пум-пум-пум. Так. Что тут? Багажник на крышу. А это потому что Колян от этого в гараже, мы сейчас с гаража разъедемся и нормально. Ой, Колян, дай отъеду назад. Что там забрал? У меня заправка здесь маленькая, вот так, короче, сделано. Короче, по-хитрому. Да, по-хитрому. Ну, места много, в принципе, здесь, она не напряжена. Смотри, как она прикольно так расположена. Все, забился топом, да? Так, тут загружаемся сразу. Так, давай взял. Можешь скинуть, попробовать их опять поставить. Да, кстати. Все, ништяк. Видно. Ну, сейчас я тоже загружу, попробую. Опять на этот заехал, на создать. Давайте это круг по асфальту. А ну а что по асфальту кататься, да? Здесь, в принципе, круг у вас по асфальту. Или поедем сначала по асфальтовому кругу, потом также через гараж и вернемся и это. И на эту дорогу уже рванем. На какую? Где вот. Все-то? Поехали, катанем по асфальту, посмотрим. Ну, ну мы как бы сюда приедем потом, да? Да. Ну она кругом идет просто. Короче, так. Куда едем? Направо, налево? Поехали направо. Она как трек просто. Круговая все. А, ты со мной, Колян, что ли? Я думал записывать. Колян на каких-то колесах, не пойму, на кразовских что ли?
Колян даже колеса не поменял, по-моему. Или поменял. Обгоняй, давай, я сейчас пододвинусь левее. О. Карта не очень большая. Так что, думаю, быстро проедем. Вы там едете? Да мчим просто. Понял, там я не знаю. Наверное, где-то еще нитру, наверное, добавил какую-то. Спиртяшки в соляру влил, наверное. Так, вот это самый интересный момент, как оно тут пойдет. О, здесь травку забыл посадить, елки-палки. Ну-ка. Оба! А нафига в воду? Так и должно быть. Да. Нормально, я боялся, глубоко будет. Колес вообще куда-то в центр туда забрался. Он, наверное, глубину меряет. Давай, поехали. Я еду, Колян на этом, видите, с салона, пили на КамАЗе. Ну, тут салончик приятненький такой. Вы все сейчас доедете, на гараж заворачиваете. Заворачивать, вот куда надо заворачивать. Когда ручки достанешь. Так, ну-ка сейчас грязь смотрим, как грязь будет получилась. Ну куда тут уехали-то? А вон вижу. Надо будет еще одну лужу с грязью сделать. Все нормально, Дима? Блин, с неба вообще клево. Колян опять в саму кашу полез. Ну, правильно, тесты. Мне надо было тоже посередине ехать, я что-то сочканул.
Да не, не, тут больше даже не надо накручивать. Ну, мне тоже кажется, нормально вообще. Колян подсел, походу, вообще-то. Нет, ползет потихоньку. Колян, давай, если что, я тебе лебедкой могу. Цепляй меня за жопу. Нет, не надо, Колян. Нет. Ну, давай. Ах, грязюка. Колян вообще там потихо ползет. Ну там посередине жестковато. Ну. Мосты есть, вот мне интересно, пролезем под ними, нет? О, особенно мы с сортировозе, с этими, с ногами, он на сортировозе. Да. Как оно это будет? Колян уже почти на выходе. Не, лужа нормально получилась. Хорошо. Да-да, вообще, и сверху я попробовал, вообще отлично выглядит. Я с этими колеями, я тут вообще замучился их рисовать. Колян на красовских колесах чешут. Тут сразу это боковая устойчивость. Пока что мне все нравится. Здесь вот можно на трассу перепрыгнуть, если надо. Диман там режет уже. Да хоть немножечко надо. Я ж без этого не могу. О, здесь аккуратнее, парень, здесь вообще. Колян в березу вошел. Хитрое место такое получилось. Ну вот, собственно, и все, дальше я дорогу не делал. Дальше надо. Все, хочешь сказать, приехали, вилы. Не, ну дорога-то есть, ну в смысле, в плане препятствий. Осталась одна большая лужа, короче, и вот мне нам интересно, это как бы под мостами пролезем или не пролезем.
Я здесь понаделаю еще, здесь до хрена что будет. Смотри. Что-то как-то вы там быстро едете. Ну тут гашетку в пол. А вот этот справа по счету дороги там. А, это, ну это... она же? Да, она же. Ну это можно. Надо тут засадить, чтобы не пролезть было. А зачем? Это ж полигон здесь, да. А если мне срезать надо. А, ты это полигоновская, это не карта? Нет, это не карта, это полигон. Здесь, чтобы, то есть, проблем с перемещением по нему вообще не было. Здесь вот, здесь можно вот здесь налево, вот ты сейчас доедешь. Налево, может быть, можно будет уйти на ту дорогу, вот, по которой мы сейчас ехали. Ну так вот машину сделал, допустим, чтобы прокатиться и протестить. Вообще не считаю. Ох, притирочку, ох, притирочку вообще, кое-кое. О, пока я на вас смотрел, я поймал березу. Где у вас там в притирочку было? Ох, там вообще притирочку получилось. Блин, а это я думал еще высокий, а тот сейчас вообще я не знаю, что будет. Ну, я так тут, наверное, не пройду, парни. Ну, Колян прошел. Да, он... не это. О, да, надо. Паша. А, так тут идти. Да, все, я. А че тут я иду прям через эти, через палки, короче. Ну это ты за гребельному пиши, че. Скажи, как. Прикинь, я вообще его застрел. Вообще обалдеть. Это как это так? Бам. Чем-то я тут упираюсь, прикинь. Вот я вот и переживал, пройдем мы не пройдем под этим штуком. Вот и все. Я не прошел, парни. Сортировозом. Надо выше было. Не-не, Колян, там бесполезно, это не лебедка, я цепляюсь верхом за этот. Ну кидай прицеп, поехали так. Колесами, наверное, на это. Я сейчас залезу тут наверх, не переживай. Я же парень так. Ну давай мы тогда туда поехали. Мы туда, в принципе, греем. Здесь давайте. Еще один мост. Мосты надо переделать, все это понятно. А вот мы тут не получится, что мы на этот мост заедем сверху. Не? Получится. Мы сейчас туда приедем. Куда ты лезешь? Так а вы с какой стороны приедете-то? Ух ты, блин, что у меня тут творится. Слева. Вообще у меня береза тут. Так, вы получится поедете. Вы сейчас по кругу и на этот мост едете, да? Да, да. Блин, и здесь такая же лабуда. Ну, Колян пролез тоже. Мосты надо поднимать низко, очень низко. Да, однозначно поднимать. Ладно, поднимать, как мне тут сейчас развернуться. Я заехать-то заехал. Если бы вы мне сказали раньше, я полез бы на ту сторону. А сейчас уже мне не вариант. Ух ты, как березу дергает, обалдеть. Потом на видосе посмотрите. А, он назад откатывается, ее дергает. Вот че. Где там? Далеко? Я что-то в горочку заглох. О, так у вас вы по восьмерке пошли, нифига. Ё-моё. А, глохни горочку. Так, это получилось. Заглох. Как глох. Давай. Как вы ко мне приедете? Приедете, я сюда ставлю. Мне на другую сторону вставать. Так, и как мне съезжать теперь? Я ж не смогу сейчас съехать, да? Назад. Переверну его стопудово сейчас. Ну, вторую втыкает. Чё он? Во, всё, ставил повышенную. Ну вот здесь надо грязюку сделать.
Здесь что-то дорога почему-то не прорисовалась, не по, по непонятным причинам. Надо здесь делать грязь. Так, ну пока что не считаем мостов. О, Колян, ты где? Я тебя потерял. А, вон он едет. Тоже до повышенной, наверное, пытался. Тут мост мешает, блин, зря я слез. Тут вот березка мне ни туда, ни сюда. Тут точно не заберусь, наверное. На встречу бы я вам забрался. Только я бы там опух разворачивался. Все, как приехали мы. Ну ё-моё, ну чё? Как так? Я ничего понять не могу. Че, тоже мост? Да мост, да, конечно. Вообще проблема. А вы не залезете там наверх? А, нет, вот я заехал, смотри. Ну, в принципе, пофигу. Блин, а в редакторе главное все ровненько, все нормально. Тут заходит что-то такая лабуда. Так. Мы уже к тебе подъезжаем его. Да я понял. Я тут уже залез не в ту сторону, да сейчас еще и... Сейчас уже куда надо пытаюсь залезть. Ай-яй-яй, блин, береза. Все, тяни. Все, потерял груз. Груз потерял. Ну, с одной, да, стороны ровно подогнано. А, да, что самое интересное, оно в редакторе было, та сторона тоже ровно. А на деле видишь как. Сейчас вот в редакторе. Ну-ка, кто там сзади? Стой. Че? Отъедь назад немножко, Паш. Зацепи мне прицеп сзади. Сейчас. Можешь за правый борт, за правый. О, ну давай, тяни, все равно тяни. Лебедка тяни. Лебедка сорвалась. Не понял. Нифига, он не цепляет его. Ладно, отъезжай тогда. Ну-ка, за зад. Тоже не цепляет. Ладно, давай за дерево попробуй. Да скинь ты этот... Нет, жалко мне прицепа. Давай мы тебя в гору тогда вытянем. Морды выходи туда. Да, я мордой выходил, я прицепом просто уперся под этот, под мост. Я уже почти вылез тогда, когда поехал. Так, вот, сейчас так. Фу, я дрова еще не потерял, понял? Они у меня вроде выпали, но остались. Вот видишь, чем преимущество тут? Все-таки то, что они грузятся. Так. Сейчас это. А ты сможешь за ассортиментово зацепиться-то? А я не знаю. Подожди, я сейчас попробую так. Я же сюда залазил уже. У меня просто прицеп зацепился. Я тоже, кстати, Колян убрал мод на камеру. Фиг вообще. Тебе задрал вот так вот. Ой. Парни, а ты говоришь, Паша, видал, и тут пролез. Мастер в этом деле, я даже не сомневался. Я после штуки четвертой уже знаешь, уже вообще не сомневаюсь, что ты найдешь, где проехать. Вот надо будет и этот видос посмотреть, вот я его запишу, выложу, да? Надо будет его посмотреть, как я тут у мостов вообще джазу дал.
Я сначала вот где ты лебедку мне цеплял. А, вот давай попробуем, я тебя сейчас попробую за этот, за схватить. Да. Это. За правую. Есть. А, да. За эту. Есть. Все, да. С арсенментовозом. Ну, Колян, давай попробую, я тебя еще задом. Подожди, стой пока, не проезжай. Я сейчас протяну немножко. Ну-ка. Не берет? Или ты отверг этот? Не берет? Ну-ка. Нет. Да это надо с ортиментовозом, наверное, что-то там с этими точками посмотреть. Ага. Ну там может опять прописано к этому кузову. Может быть, надо будет глянуть. Да, если фары сделают, будет клево. Вообще классно будет. Да что ты у меня сегодня вообще, я разучился. Все нормально, глубина вообще нормально. Колян, он вообще посередине идет. Глубина само то. Ну тут грязь походу посередине то. Нету грязи тут вообще. Значит, у меня туговато положил. Упс, чуть не вошел. Ну и цел тут сейчас догорает. Ну, тут можно, конечно, и грязьки добавить, я думаю. Или можно. Да, ну да, Диман, я ее за сегодня сделал. Не знаю, часа за два, наверное. Нормально, нормально. Можно тут еще что-нибудь домутить, как бы. Муток допулять. Как бы и грязьки, а можно, в принципе, и чтобы задние приводные КАМАЗы тут спокойно ехали, тут как бы для этого оставить, как бы. Ну я просто глубоко не буду добавлять, да и все, и нормально будет. И на задних приводных может быть. Колян опять где-то приткнулся. Опять в березу вошел. А, Колян бампером зацепился. Как раз вот кразовский бак круг получается. Нифига как вышло хорошо. Основное место работы это гараж, а здесь вообще ништяк. О, Коляна спас. Колян деревом между кабиной и этим, между кабиной и бампером залез и застрял там.
Нормально. Да, нормально, да. Можно тут еще и что-нибудь подмутить, повеселить. Ну, добавить, как бы, она такая слишком простенькая. Ну да. Там не вырубайте, я еще этот скрин делаю с самой карты. Ну что-то попробовал, все разгружается, выгружается. На Урале надо попробовать, Паш. Сейчас попробую. Хотел схитрить, не получилось. Только ты на ногу даже не поставил, да? На ноге. На ноге? Да, он не лезет. А у тебя с дровами он, да? Ну да. Ну-ка, пустить. Где? 4-3. Я не знаю, я вот поставил его сейчас. Шалаху поставил. Да, а с дровами? Да, с дровами у меня стоит. Можешь зацепить? Блин, вот. Стоит вроде высоко. Опять же. Что за фигня? Стоит высоко. Давай, Колян, давай. Оп, заехал. Ой, я тоже заехал. Все нормально. Зуб прицепился. Скинуть груз. Закинуть. Грузился. Все вообще отлично. Все, я молодца. Только у меня что-то на прицепе сейчас задний ход горит. А о, потом. Блин, мне гараж нравится вообще вот этот. Прям нравится здесь что-то. Посмотри, тут развернуться можно и погонять можно вообще. То, что вы загребили, но вот то, что там на Шаланде просто даже развернуться негде. И смотри, сейчас до пятой разогнался. И поворот. Хорошо. Че я, Паш, видео останавливаю тогда? Давай, давай это... А ты скрин-то что-то не делали мы, да? Да темно тоже, опять же. Надо было по светлячку. Я, давай так, я так пощелкал. Двухуралку, щелкнул. Нет, надо... У меня тут табличка гаража висит. Торможу. Да, давай.